Глинка. Сомнение. О! Всюду деньги. Всюду деньги, деньги, деньги. И в этот момент Григория Степановича совершенно неожиданно посетил отголосок ночного кошмара. Таким образом, наличествуют предостаточные основания полагать, что оба преступления совершил один и тот же, находясь в нетрезвом состоянии, помещик Смирнов Г.С. Ввиду вышеперечисленного, признать виновным во исполнении каторжных работ без права. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Деньги есть и ты, как барин, одеваешься во фрак. Ты модерн и шикарен, а без денег ты дурак. Ты моден и шикарен, а без денег ты дурак. Денег нет, и ты как нищий, день не знаешь, как прожить. Всюду ходишь, ищешь, рыщешь, как бы деньги возвратить. Всюду ходишь, ищешь, рыщешь, как бы деньги возвратить. Всюду деньги, 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 всюду деньги. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя. Заплатите мне деньги, и я уеду. Я сказала вам русским языком. Денег у меня пока свободных нет. Погодите до послезавтра. Так вы сейчас не заплатите, нет? Не могу. В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу. Послезавтра заплатите? Отлично. Я до послезавтра посижу вот таким образом. Вот так и буду сидеть. Я вас спрашиваю, мне нужно платить проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу? Милостивый государь, прошу вас не кричать. Здесь не конюшня. Я вас не о конюшне спрашиваю, о том, нужно мне платить проценты или нет? Вы не умеете держать себя в женском обществе? Нет, я умею держать себя в женском обществе. Нет, не умеете. Вы невоспитанный, грубый человек. Порядочные люди не говорят так с женщинами. Ха, удивительное дело. Как же прикажете говорить с вами? По-французски, что ли? Мадам Живопри, как я счастлив, что вы не платите мне денег. Ах, пардон, что обеспокоил вас. Такая сегодня прелестная погода, и этот траур так к лицу вам. Неумно и грубо. Неумно и грубо. Я не умею держать себя в женском обществе. Сударыня, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьев. 3 раза я стрелялся на дуэли из-за женщин. 12 женщин я бросил. 9 бросили меня. Да-с.
Было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами. Любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел. Прожил на нежном чувстве половину состояния. Но теперь, слуга покорный, теперь меня не проведете, довольно. Очи черные, очи страстные, алые губки, ямочки на щеках. Луна, шепот, робкое дыхание. Ничего мне на свете не надо. За все это, сударыня, я теперь медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины, от мала до велика, ломаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лгунишки до мозга костей, суетны, мелочны, безжалостны, логика возмутительная. А что касается вот этой штуки, то извините за откровенность, воробей любому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное поэтическое создание. Кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов. А заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил. Но возмутительнее всего, что этот крокодил почему-то воображает, что его шедевр, его привилегия, монополия, нежное чувство. Да черт подери совсем, повесьте меня вот на этом гвозде вверх ногами. Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме баллонок? В любви она умеет только хныкать и распускать нюни. Там, где мужчина страдает и жертвует, вся ее любовь выражается только в том, что она верчит шлейфом, да старается покрепче схватить за нос. Вы имеете несчастье быть женщиной, стало быть, по себе самой знаете женскую натуру. Скажите же мне по совести, видели ли вы на своем веку женщину, которая была бы искренно верна и постоянна? Не видели. Верны и постоянны только одни старухи да уроды. Скорее бы встретите рогатую кошку или белого вальшнепа, чем постоянную женщину. Позвольте, позвольте. А кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Уж не мужчина ли? Да-с, мужчина. 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 Мужчина верен и постоянен в любви. Скажите, какая новость? Да какое вы имеете право говорить мне все это? Мужчины верны и постоянны. Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких я только знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж. Я любила его страстно, всем своим существом, как может любить только молодая мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, счастье, жизнь, свое состояние. Дышала и молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла в его столе полный ящик любовных писем. А при жизни, ужасно вспомнить, он оставлял меня одну по целым неделям. На моих глазах ухаживал за другими женщинами, изменял мне, сорил моими деньгами, шутил над моим чувством. И несмотря на все это, я любила его и была ему верна. Мало того, он умер, а я все еще ему верна и постоянна. Я навеки погребла себя в четырех стенах и до самой могилы не сниму этого траура. Частенько, глядя на свой трофей, Николай Михайлович мысленно примерял его к очаровательной головке своей супружницы и удовлетворенно бормотал: ну и лосиха, ай да лосиха. Траур, не понимаю, за кого вы меня принимаете? Точно я не знаю, для чего вы носите это черное домино и погребли себя в четырех стенах. Еще бы, это так таинственно, поэтично. Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куцый поэт, взглянет на окна и подумает: здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы. Что? Да как вы смеете говорить мне все это? Вы погребли себя заживо, однако вот не позабыли напудриться. Да как вы смеете говорить со мной таким образом? Не кричите, пожалуйста, я вам не приказчик. Позвольте мне называть вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо. Не извольте же кричать! Не я кричу, а вы кричите! Извольте оставить меня в покое! Заплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег! Нет, сдадите! А вот назло же ни копейки не получите. Можете оставить меня в покое. Сударыня, я не имею удовольствия быть ни вашим ни женихом, ни супругом. А потому, пожалуйста, не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Вы сели? Сел. Я не желаю разговаривать с нахалом. Извольте убираться вон.
Деньги, деньги, деньги. Вы не уйдете, нет? Всюду деньги, господа. Нет. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Лука, выведи этого господина! Сударь, извольте уходить, когда велят. Нечего тут! Молчать! Ты с кем разговариваешь? Я себе салат сделаю! Даша! Даша! Ух, захватило! Где же Даша? Боже мой! Даша! Сердце! Пелагея! Даша! Пелагея! Все пояги-то ушли! Никого дома нету! Даша! Что же это? Кто-нибудь, помогите! Воды! Воды! Извольте убираться вон! Не угодно ли вам быть повешенным? Вы мужик! Грубый медведь, бурбон, монстр! Как? Что вы сказали? Я сказала, что вы медведь, монстр! Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня? Да, оскорбляю. А вы что думаете, я боюсь вас? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно, да? К барьеру. Стреляться. А вы думаете, если у вас огромные кулаки и бычье горло, то думаете, я боюсь вас? А? Бурбон вы этакий! Я никому не позволю оскорблять себя. Я не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание. Медведь! 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 Пора наконец отрешиться от предрассудков, что только одни мужчины должны платить за оскорбление. Равноправность так равноправность, черт возьми! К барьеру! Стреляться хотите? Извольте! Сию минуту! Сию минуту! После мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу их сюда. С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб! Черт вас возьми!